Сегодня в нашем соборе будет звучать европейская музыка эпохи барокко. У кого-то из слушателей может возникнуть вполне правомерный вопрос. Все номера сегодняшней программы – это произведения светской музыки. Насколько уместно их исполнение в храме? Даже рассматривая культуру современного мира, бывает порой очень непросто провести грань между светским и разгонтетом Российского национального оркестра, большой брас-ансамбль Российского национального оркестра, лауреаты международных конкурсов солисты Российского национального оркестра, художественный руководитель фестиваля Владислав Лавриков Труба, Леонид Моркин. Андрей Колоколов – труба, Алексей Серов – валторна, Герман Бушуев – валторна, заслуженный артист России Иван Ерхен – тромбон, Дмитрий Железнов – тромбон, заслуженный артист России Вячеслав Почгарев – тромбон, Анатолий Федотов – тромбон, Дмитрий Анаковский – труба. Лауреаты международных конкурсов солист Государственного академического симфонического оркестра Аркадий Старков – тромбон. Лауреаты международного конкурса Владимир Пенялов – труба. Солистка Московской филармонии, заслуженная артистка России Людмила Голуб – орган. Дорогие друзья, сегодняшний концерт открывают три торжественных арии Жана Филиппа Рамо. Исполняют Владислав Лавриков – труба, Владимир Пенялов – труба, Людмила Голуб – орган. Thank you.
Thank you.